шоу. Спасибо! Мы начинаем. Началась пора свадеб. Весна. Давайте послушаем, как проходит свадьба у обеспеченных украинцев и не очень. Добрый вечер, Украина! Приветики всем! Начинаем! Мой Буся сделал мне романтическое предложение на берегу океана. Это было очень круто! Наконец-то затащила своего в ЗАГС. В этот раз ноги не ломала. Потому что в прошлый раз это и сорвало наше мероприятие. Готовимся к торжеству. Буся на прокат взял шикарный смокинг, он идеально сел. Ищи костюм, я тебе сказала. Или ты в трениках собрался в ЗАГС идти? Решили, что покупать свадебное платье – это дорого и бессмысленно, поэтому взяли шикарное платье на прокат. Увидели, сколько стоит взять свадебное платье в аренду. У нас вся свадьба дешевле обошлась. Взяла платье у Гали, она когда-то с дуру купила, теперь моя задача – сбросить 30 килограмм. Чтобы никого не обидеть из друзей, взяли две пары свидетелей. Коля! Кого угодно свидетелем, но только не твой Гриша. Во-первых, он женат, во-вторых, алкаш. Вы же меня за стеклотару выкупите. В 4 утра приехали подружки и привезли стилистов. Мы открыли бутылочку шампанского и начали праздновать. В 4 утра приехала сестра с мужем. Коля спросонья подумал, что это воры, и хорошенечко приложился. Макияж пришлось наложить не только мне, но и сестре. Девочки пошли встречать моего Бусю и свидетеля. Буся подготовил и купил кейс с фальшивыми долларами. Эти дебилы и вправду хотели выкупить меня за стеклотару. Состоялась первая драка, и я победила. Мы заказали шикарный лимузин и доехали на нем до ЗАГСа. И что? Я в белом платье буду твою пятерку толкать? Ты с дуба рухнул? Стоим на остановке, ждем маршрутку. Самый романтичный момент в ЗАГСе, когда оба без раздумий сказали «да». Что ты там думаешь? Еще минуту подумаешь, и думать будет нечем, Коль. Роспись решили делать не традиционную, а современную, по-европейски, с клятвами. Коля, я тебе Богом клянусь, если ты мне изменишь, то я вас обоих закопаю. Даже если просто подумаешь об этом, ты меня знаешь. Мы решили сделать двойную фамилию, чтобы не спорить. Что значит, Коля, ты не хочешь брать мою фамилию? Надо будет и отчество мое возьмешь. Решили, что в нашей семье будет полное равноправие. Поэтому на рушник встали вместе синхронно. Вот ну куда ты лезешь? Этот шаг будет последним для тебя. Все, теперь можешь становиться. Обувь сними. Ты что, не видишь, он белый. Друзья нам сделали сюрприз и посыпали нас не только конфетами, но и лепестками роз. Что ты эту мелочь собираешь? Ну, хоть конфеты детям оставь, а? Скотина ты такая. Буся вынес меня на руках из ЗАГСа. Это так романтично. Свидетель-паразит. Подлил Коля в шампанское водки. Поэтому из ЗАГСа его выносила я. Мы долго выбирали с Бусей ресторан. Он предложил на выбор, французский или итальянский. Остановились на греческом. Долго выбирали между шалашом в огороде и Колиной пивнушкой. Решили раскошелиться и заказать столовую в нашем ПТУ. На входе в ресторан нас уже ждали гости с оригинальными подарками. Какие у Буси щедрые друзья! В финале оригинальных подарков оказались чайные сервизы и наборы постельного белья. Победила дружба со счетом 15-15. Все гости были восхищены нашим первым танцем. Ну что ты плачешь? Я тебе просто на ногу наступила. О, вон и скорая приехала. Срастется все, как в прошлый раз. Ведущий оказался очень оригинальным. Мы таких конкурсов никогда в жизни не видели. Галка во время конкурса перекатывания яиц. Что-то перепутала.
и выкатила на 2 больше. Бедный свидетель. Хорошо, что скорая недалеко отъехала. Попросили мужиков остаться. В начале второго стола официанты подали фирменное блюдо от шефа. Все были в восторге. В начале второго стола старосты раздали гостям активированный уголь. Все насторожились. Так прикольно совпало. На мальчика и на девочку собрали одинаковую сумму денег. Что за гости, господи. Даже ползунки не окупились. Мой любимый Буся приготовил мне обалденный сюрприз. Салют в виде сердечка с нашими именами. Это так мило. Мы с гостями вышли посмотреть на салют соседнего ресторана. Коля 5 минут клялся и божился, что это сюрприз для меня. Пока в небе не высветились имена Яна и Олег. Сейчас бармены начнут показывать фаер-шоу. Все в предвкушении. Скорая, которая осталась после конкурса с яйцами, напилась до такой степени, что приехала ее откачивать другая скорая. Это шоу мы не забудем никогда. Приехали в президентский номер, в 5-звездочную гостиницу. В честь праздника решили дома застелить чистое белье. У нас есть 15 минут, пока Галка со столовой не пришла. Думаем поспать. Всю ночь занимались страстным сексом. Это было так незабываемо. Всю ночь считали деньги. Половина гостей забыли положить в конверт деньги. Ай. Завтра летим в медовый месяц. Уже забронировали гостиницу и билеты на самолет. Храни нас, Господи, завтра второй день. Уже забронировали машину скорой помощи и пожарку. Женитесь на здоровье. Женитесь, но берегите здоровье. Это шоу для тех, у кого есть телевизор. Тизер-шоу. На наши концерты не требуют визы. Тизер-шоу. Мы шутим о добром, вечном и милом, а все остальное смотри вне эфира. Это шоу для тех, у кого есть телевизор. Тизер-шоу. На наши концерты не требуют визы. Тизер-шоу. Мы шутим о добром, вечном и милом, а все остальное смотри вне эфира. Это шоу для тех, у кого есть телевизор. Тизер-шоу. На наши концерты не требуют визы. Тизер-шоу. Мы шутим о добром, вечном и милом, а все остальное смотри вне эфира. Это шоу для тех, у кого есть телевизор. Тизер-шоу. На наши концерты не требуют визы. Тизер-шоу. Мы шутим о добром, вечном и милом, а все остальное смотри вне эфира. Это шоу для тех, у кого есть телевизор. Тизер-шоу. На наши концерты не требуют визы. Тизер-шоу. Мы шутим о добром, вечном и милом, а все остальное смотри вне эфира. Это шоу для тех, у кого есть телевизор. Тизер-шоу. На наши концерты не требуют визы. Тизер-шоу. Мы шутим о добром, вечном и милом, а все остальное смотри вне эфира. Это шоу для тех, у кого есть телевизор. Тизер-шоу. На наши концерты не требуют визы. Тизер-шоу. Мы шутим о добром, вечном и милом, а все остальное смотри вне эфира. Это шоу для тех, у кого есть телевизор. Тизер-шоу. На наши концерты не требуют визы. Тизер-шоу. Мы шутим о добром, вечном и милом, а все остальное смотри вне эфира. Это шоу для тех, у кого есть телевизор. Тизер-шоу. На наши концерты не требуют визы. Тизер-шоу. Мы шутим о добром, вечном и милом, а все остальное смотри вне эфира. Это шоу для тех, у кого есть телевизор. Тизер-шоу. На наши концерты не требуют визы. Тизер-шоу. Мы шутим о добром, вечном и милом, а все остальное смотри вне эфира. Это шоу для тех, у кого есть телевизор. Тизер-шоу. На наши концерты не требуют визы. Тизер-шоу. Мы шутим о добром, вечном и милом, а все остальное смотри вне эфира.